На Камчатке рысь попала на местные видеокамеры, когда зашла погреться в подъезд жилого дома. В управлении госохотнадзора пояснили, что хищница могла выйти в населенный пункт в поисках еды, либо просто для исследования территории. Специалисты предупредили, что рысь не представляет опасности для человека, если он не начнет нападать на нее первым. При этом хищницы боятся собак. К слову, ранее животное заметили на территории Паланского колледжа, где оно по сугробу забралось на крышу здания.